Питомник крылатки предлагает щенков сибирского хаски. Щенки у нас родились 15 мая 2023 года. Вот сейчас у нас свободны два шоколадных мальчика. Вот серо-белая девочка. Также и свободна шоколадная девочка. Вот сейчас у нас у щенков ужин. Вот. Более-менее они сейчас спокойно ведут, кушают. Такие вот. Вот мама. Флёр де ла Кур Тейсон. Аппетит у нас отличный. Съели все. Так.